Алтайские горы – это поистине величественное место. Здесь огромные расстояния между долинами. Самые сложные классические речки в России – все находятся именно здесь. Эти реки были легендами водного туризма Советского Союза, и до сих пор они не теряют свою актуальность. Особенное место для каякеров всего мира. Одна из самых классных речек на Алтае, как я считаю, это Чулышман. Мы находимся возле Изулинского ущелья этой реки. Одно из самых культовых мест для водных туристов. Здесь до 44 года проходила государственная граница между Тувой и Советским Союзом. Сейчас это кордон Алтайского государственного заповедника Изула. Это одно из самых удаленных мест в республике. Здесь нет электричества, сюда можно проехать только на хорошей полноприводной машине. Нет сотовой связи, нет магазинов, нет заправок. Здесь первозданная природа, настоящая тайга, кругом горы и лес.
суровая форма каякинга, потому что большинство речек здесь являются экспедиционными. На них можно подъехать, иногда приходится идти пешком, после этого сплавляться 100 или даже иногда 200 километров до ближайшей цивилизации. На таких маршрутах всегда ты можешь надеяться только на себя, на свою команду, на снаряжение. География поездок последних лет была очень широкая. Удалось побывать в Колумбии, на Мадагаскаре, в Новой Зеландии. Я очень рад тому, что сейчас получилось приехать на Алтай. Потому что это регион, в котором начинался мой каякинг. Я ездил сюда множество лет подряд на соревнования. Учился плавать на лодке здесь. Серьезно увлекался фристайлом. Это выполнение акробатических элементов на маленьком специальном каяке. Постоянно участвовал в соревнованиях, в чемпионатах и кубках мира, чемпионатах Европы. Становился чемпионом России. Несколько раз зимовал в Африке, в Уганде на Белом Ниле. Также много путешествовал по Европе, был в Канаде, Америке. Но сплав на каяках всегда был отдельной темой. Там оказываешься наедине с природой и стихией. Однако для этого требуется серьезная подготовка. Читать воду, прорабатывать траектории движения, постоянно быть готовым к изменению ситуации. Thank you.
Каякинг для меня – это огромная часть моей жизни, наверное, даже вся жизнь. И я понимаю, что я многим пожертвовал ради этого. Но это был мой осознанный выбор. Я много путешествую. Я вижу, как живут разные люди, разные народы. Будь то Средняя Азия, или Африка, или Латинская Америка. Люди, которые живут далеко в горах, до которых током не дошла цивилизация, их идеалы одинаковые, у них сложный образ жизни. Они очень добры в общении, просты и понятны. Я начал кататься на коньках достаточно давно. Я застал еще времена, когда мы сами делали лодки из дюралюминиевого каркаса. Последние десятилетия гидроэнергетика находится на подъеме, из-за этого перекрывают очень много рек. Это происходит практически на всех континентах. Возник проект по созданию гидроэлектростанции в конце Можайского каскада, его планировали затопить. И многие из нас восприняли это как личную трагедию. Я тогда запустил интернет-кампанию по сбору подписей против строительства этого ГЭС. Мы собрали 4000 подписей. Мне кажется, что это помогло, потому что речку не запрудили, и этот проект как-то ушел в историю, я надеюсь, навсегда. Для меня это часть моей жизни неотъемлемая. Они покатали меня по всему миру и, я не знаю, сделали меня таким, какой я есть.
Башкалс – это легендарное место. Прохождением этой реки грезили туристы-водники Советского Союза, начиная с 70-х. Ну а сейчас слава Башкалса разрослась на весь мир, и каждый каякер мечтает побывать здесь, мечтает внести свое имя в гостевую книгу Башкалса. Мы можем читать старые записи и проживать эмоции, которые испытывали туристы десятки лет назад. Тогда на прохождение этой реки они тратили неделю, две, иногда больше. Ну а сейчас стало возможным сильной командой проходить все ущелье за один день, 80 километров по этой дикой реке. Времени в обрез. Последние 25 лет я вел довольно цыганский образ жизни. Я все время путешествовал, сплавлялся. И в один определенный момент мне захотелось сделать для себя такую космическую базу, откуда бы путешествия эти начинались. Я построил небольшой дом, где поселился я и моя семья. Родились мои дети. Сам Алтай для меня является такой многокомнатной квартирой, где я хожу из одной комнаты в другую. Например, долина Чулышмана – это одна из комнат. Нижнее ущелье Башкалса – другая. Горы – третья.
Все это путешествие бесконечное каякерское длится уже больше 10 лет. Обычно все самое необходимое у меня всегда лежит в моем автобусе. Это моя собака, ее зовут Фокси. Еще у меня есть жена. Все они путешествуют со мной. Все самое ценное, без чего я не могу уехать. Живя такой жизнью, просто приходишь к выводу, что для счастливой жизни не так уж много всего нужно. Делаем все более сложные экспедиции, приезжаем в более удаленные уголки нашей планеты. Чем выше мы поднимаем грань, тем важнее становятся люди, с которыми ты разделяешь эти сложные моменты, на которых ты можешь опереться.